О таком приобретении мечтает каждая многодетная семья, потому что обычный выезд на природу или в ту же поликлинику для родителей нередко оборачивается целым испытанием. Сегодня ключи от 8 заветных автомобилей глава Хакасии вручил семьям из Абазы, Аскисского, Алтайского, Ширинского и Усть-Абаканского районов. Уважаемые друзья, от всей души, от всего сердца поздравляю вас с этим радостным событием. Счастья вам в семьях, здоровья вам, вашим близким и детям. Я надеюсь, что с появлением у вас в семьях автомобилей ваша жизнь, ну, станет несколько комфортнее и проще. Мать восьмерых детей Дарья Крихтунова из Абазы не скрывает радости. Старшей дочке 15 лет, а самому младшенькому 5. Женщина рассказывает, раньше им с мужем приходилось заказывать по 2 такси, чтобы всей семьей отдохнуть за городом. Конечно, эмоции зашкаливают. Первый раз у нас такое. Ну, как бы спасибо большое главе, что помогают многодетным семьям. Сейчас отучусь быстро на права прям и все. Сразу первым рейсом на озеро поедем. Сразу прям все. Как отмечают специалисты, число многодетных семей в Хакасии год от года только возрастает. Ежегодное вручение вместительных автомобилей уже стало доброй традицией для нашего региона. Вообще это очень большой стимул для того, чтобы повышать рождаемость в республике. То есть и это большая помощь со стороны республики для таких семей, потому что получить 8-местную газель, ну, я думаю, что это дорогого стоит. Аскар Артамонов, Владислав Кустовой, РТС.